Дикие скричеры. Что такое дружба? Приехали. Добрались. Мы в Зефир-Сити. Всем доброе утро. Послушайте скричер новости. Уже идет. Как вы знаете, чемпионат начался вчера. Мы покажем вам несколько моментов из первого прошедшего матча. Вы не захотите пропустить такие интересные бабы! О, смотрите, рэкера показывают. Хорошо, хоть меня сняли с удачного ракурса. Эй, не загораживай экран, не видно. Я даже не понимаю, почему этот матч показывают в новостях. Да, битва-то была так себе. Что? Вы просто завидуете, что вас не показали. Что? Нет, я не желаю, чтобы меня показывали. Ты прав. Сейчас туда может попасть кто угодно. А пока Скричер Компьютер принял решение об участниках сегодняшней битвы. Это будет командная схватка. Бивак и Энн выступят против Ксандера и Черный Блэр. Командная? Смотри, нас показывают. Меня надо было показать крупным планом. Меня все знают. Не прикидывайтесь. Я так и знал, что вы тоже хотите показаться по телевизору. Я в команде с Черной Блэр? Она какая-то странная, не находишь? Угу. Я видел ее однажды на арене, но мы не разговаривали. Да что она за гонщица такая? Я буду в одной команде с ним? Скричер Компьютер так решил. Чемпионат состоял из битв один на один. Почему ей нужно быть в команде? Не задавайте вопросов. Это позволит нам сблизиться с ними и поможет продвижению нашего плана. Черная Блэр использует эту возможность, чтобы подружиться с ними. Мне с ним подружиться? Ты же справишься? Да, конечно. Мы вас не ослушаемся, доктор Одис. Блэр, что-то не так? Что это значит? Как это подружиться? Я не знаю. Надо выяснить. Что он делает? Смотрите. Где она? Это бивак? Но что с ним? Где моя напарница? Нам нужно начать тренироваться. У него явно что-то не так. Это что, она? Во имя ветра, во имя огня! Я величайшая гонщица, королева Роза! Правда, это был отличный выход? Тебе надо его выучить, так что начнем репетировать. Я так рад, что нашел тебя. Нашей команде нужно срочно начать тренироваться для битвы. Нет, сначала обсудим наш выход. Что? Нет, это совсем не важно. Я не буду учиться танцевать или что там. Как ты смеешь так говорить о моем номере? Королева Роза. Королева Роза, не нужно повторять ваш вступительный номер. Это неловко. Ой, да что ты понимаешь? Я не виновата, что у меня есть свой стиль. И вообще...
Но... Скажу тебе прямо, я не буду еще раз присоединяться к розовому отряду, ясно? Ты хоть понимаешь, как тебе повезло оказаться в моей команде? Можешь не благодарить меня. Что? О чем это ты говоришь, девочка? Серьезно? Ты что, не видел новости? Конечно, видел. Там сказали, что я в команде с малышкой по имени Энн. Кого это ты называешь малышкой? Спокойно, девочка. Я же не о тебе. Поверить не могу. Он не знает, кто я такая. Похоже на то, королева Роза. Прекрасный недалекий бивак, гонщик первого класса. Я просто обязана заманить такого гонщика в свой розовый отряд. Обязана! Извини, ты случайно не знаешь, а где я? Нет, я не уверена, но может я смогу помочь тебе в поисках. Мы станем командой. Я слышала, что Энн настоящая леди. Она любит изящные вещи и побеждать. Вот как? Спасибо, что рассказала. Эй! А? Я ни за что вас не пропущу. Это изысканный ресторан, детям тут не место. Уходите отсюда. У вас что, совсем нет сердца? Мы ужасно голодны. Прошу, сэр, дайте нам еды. Погодите-ка. Ребята, у вас все хорошо? А? Кэти? Йо-йо? Братик! А? Что это тут происходит? Есть хочется, я страшно голодный. Пожалуйста, мы хотим есть. Бивак, что тут такое? Привет, Энн, как дела? Меня зовут Королева Роза. Ого, это вы, Ксандр, Ринго. Это мои брат и сестра. Они приехали, чтобы посмотреть, как я буду соревноваться, но... Я так устал и голоден. Дайте мне поесть. Эть, Йо-Йо, будет вам еда, тише. Я тоже голодный. Я тоже страшно хочу есть. Дай мне еды, Ксандр. Ринго, слушай, ты только хуже делаешь. Не здесь. Я не могу себе позволить такой ресторан. А? Ну, а Королева Роза может. Позвольте мне помочь вам. Мам, так вкусно, не остановиться. Мне тоже. Ринго, да не торопись ты так. Ты уверена, что сможешь заплатить? Это дорого. Конечно. Я величайшая гонщица Королева Роза. Я обожаю помогать. Что ж, спасибо. Это очень мило с твоей стороны. Королева Роза, вы в этом уверены? Не волнуйся, у меня скоплено много денег. Кроме того, за этим столом сидит несколько будущих членов розового отряда. Только представь! Мы, розовый отряд, лучшая команда на свете! Королева Роза, прошу, не забывайтесь, вас ждут. Хватит занудствовать, Night Vision, помолчи! Как вкусно! Это обязательно, Блэр? Да, мне приказали. Мы должны подружиться. Тогда можно ее просто-напросто снять, Энн. Возьми еще еды. Открой рот, ешь и молчи, ладно? Знаете, Ринго ужасно смешной. Да, городские жители умеют веселиться. Давай, я тебе помогу, Йо-Йо. Эй, погодите, что это вы делаете? А вы кто такие? Привет.
Ты Ксандер, да? Да, ты Черная Блэр. Будем друзьями. Теперь я тебя покормлю. Что такое? Друзья так делают. Мне кажется, друзья... А, так тебе сейчас хочется пить? Вот, выпей это. Тебе станет лучше. Ксандер, эта девочка ведет себя непонятно. Согласен, это очень странно. Разве она не знает, что нельзя приходить без приглашения? Я сам умею есть. Ты молодец, Черная Блэр. Я тоже так думаю. Дай я тебе помогу. Вот твое любимое мороженое. Давай, не стесняйся. Ешь. А, очень вкусно. Первый шаг к дружбе – еда. Ясно. Ну вот. А теперь пойдем повеселимся. Ха-ха, да! Второй шаг – это повеселиться. Идем со мной. Зачем? Постой, я еще не доел. Я же обедал. Стой! Интересно, куда они пошли? Кто знает. Надеюсь, что они успеют потренироваться. Эй, куда мы идем? Хватит! Отпусти меня, пожалуйста. Ну, прошу. Теперь мы друзья. Вы опоздали. Ой, как здорово. Это твой Скричер? Меня зовут Огненный Питон. А ты Ксандер? Ты похож на Ксандера. Ты привел с собой своих Скричеров. Я все понял. Ты меня привела сюда, чтобы мы потренировались вместе как команда, да? Нет, это потому, что мы друзья. Я, кажется, понял. Ты хочешь подружиться со мной, чтобы во время битвы лучше работалось вместе, верно ведь? Да, да. Из нас выйдет отличная команда. Если мы будем работать вместе, то точно победим. Я поняла. Пожми мне руку. Вот и славно. Так вот ты где, братишка. Матч скоро начнется. Надо приготовиться. Вы точно достойны сражаться рядом со мной? Что? Милая птичка не подойдет. Милая птичка? Но кошка мне, пожалуй, пригодится. Кошка? Ах ты! Думаю, сегодня со мной будет сражаться Рэтл Кэт, хорошо? Как хочешь, пошли. Удачи тебе, Блэр. Да. Я в тебя верю, Ксандер, вперед! Спасибо. Приветствую, леди и джентльмены! Рад снова видеть вас на нашей арене! А пока да начнутся дикие скричеры! Для начала я представлю участников. Энн не смогла прийти. Вместо нее выступит загадочная и юная гонщица Королева Роза и ее подручный Бивак! Ну что, Бивак, мы с тобой молниеносно победим в этой схватке. Я тебе не подручный, знаешь ли. Я гонщик диких скричеров. Ах, вот как. Кто же тогда заплатил за твой вкуснейший ужин? Да, Бивак, Королева Роза так хорошо к нам отнеслась. Она купила нам много вкусной еды. Мы обязаны как-то ей отплатить. Вы оба молодцы, продолжайте. Ну ладно, похоже, я обязан тебя отблагодарить. Так что мы победим. Против них выступает команда новичков Ксандер и Черный Блэр. Битва начинается. Стой рядом и молчи. Ладно. Состязание командное. Очки, которые вы зарабатываете, добавляются к счету команды. Ты сможешь, Ксандер, бей их! Не забывайте работать со своими напарниками, чтобы получить как можно больше очков. Вы готовы? Вперед, дикие скричеры! Да! Черная Блэр, дикие скричеры! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Огненный питон впереди всех с самого начала матча. Вы посмотрите, какой он быстрый! Ха-ха-ха!
Я легко обойдусь. Кумеран, трансформация, огненный пикон. Не позволим нас затмить. Королева Роза, я не подведу. Не поворачивайся спиной к первоклассному гонщику. Прекрати это! Кувырок. Трансформация. Night Vision. Ради королевы Розы я остановлю тебя. О, как страшно. Няньки меня не пугают, знаешь ли. Два скричера столкнулись в жаркой схватке. Кто победит? Рэтл Кэт, вперед! Дикие скричеры! Конечно! Кувырок. Трансформация. Рэтл Кэт! Покажи им, Вибон! Первоклассная гонка! Легко! Кувырок! Трансформация! Вибон! Вот так! Хитрый маневр! Рэтл Кэт трансформировался обратно в машинку, чтобы перехватить скричер-диск! Ты знаешь, что делать, Вибон! Вперед, за ним! Иди туда и помоги Night Vision. Ты сомневаешься в моей стратегии? Слушай моей команды, ты мой подручный. Назад, иди вперед, помоги Night Vision. Иди за Night Vision. Вперед, Вибон, помоги Night Vision победить. Беги дальше. Давай. Кувырок. Трансформация. Ратука. Начинает спорить со своим подручным гонщиком. А Рэтл Кэт ухватил скричер-диск второго уровня, набирая для своей команды 90 очков. Я ей не подручный, говорю! Помоги Night Vision! Ну все! О, похоже, Вибон запутался и вышел из-под контроля. У нас по арене бегает неуправляемый бык! Кэт, вперед, скорее же, беги! Кэти, йо-йо! И в самый последний момент Рэтл Кэт Ксандра спас их жизнь! Мы не ушиблись. Будьте осторожны, арена опасна. Спасибо. Вибон, ничего не делай, пока мои брат и сестра не выберутся с арены. Понял. О, Бивак приостановил матч ради безопасности своей семьи. Какой прекрасный, достойный человек. Вы все согласны? Точно. Правда. Из нас выйдет отличная команда. Если мы будем работать вместе, точно победим. Огненный питон, превращайся в машинку. Понял. Что? Готовы, дикие скричеры! Это скричер-диск усиления! Блэр, что это ты делаешь? Огненный питон, ускоряйся, сейчас же! Огненный питон! Блэр, так же нельзя! Приготовься! Я покажу тебе, на что я способен! Укус змея! И матч завершается! Вибон вышел из строя, а значит, Бивак выбыл из состязания! В сегодняшней схватке победили Ксандр и Черный Блэр! Вибон! Держись! Я рядом, друг! Мы победили. Это значит, что мы с тобой теперь друзья, верно? Это ужасно! Как ты могла? Я думал, ты классная, но я в тебе ошибался. А? Подведем итоги на сегодня. Захватывающая полное событие битва закончилась поражением Бивака со счетом 90-50. Королева Роза храбро сражалась на стороне Бивака, но этого оказалось недостаточно, чтобы победить Ксандра и Блэр. Что такое? Я не понимаю, мы же победили. Почему?
Он так разозлился. Не имей 100 друзей. Тьма приближается, я чувствую. Смотри, скричер-диски начинают темнеть. Это плохо. Да, чаша весов склоняется ко тьме. Даже скричер-компьютер. Я боюсь, что его кто-то взломал. Вот поэтому скричер-диски темнеют. Что же нам делать? Надо вернуть баланс во Вселенную. Иначе темных скричер-дисков станет еще больше. Пора действовать. Пока не стало слишком поздно. А? Приветствую, леди и джентльмены! Представляю вам участников завтрашнего матча Ринго и Ноа. Сможет ли Ноа выиграть эту битву и подняться с последнего места в таблице? Скоро узнаем. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. На первом месте у нас Сейда, это неудивительно. На втором месте у нас, естественно, Бивак. Я голоден, но мне плохо. Мне нужна еда и побольше. Погоди, мне нужно проверить пирозавра. Мы должны победить, сдвинуться с последнего места. Согласны? Да. Меня ты никогда так долго не проверяешь. Я очень голоден. Мои шестеренки сами себя едят. Спаркбак, перестань. Я не дам тебе больше еды, если ты будешь меня дергать. Что? Ты что, выкинул мой пень? Да, давно пора было. Что-что? Ты же знаешь, пирозавру на нем плохо спалось. Верно, дружище? Да. Все понятно. Для пирозавра все должно быть новеньким и чистеньким. Пенек Спаркбака нам больше не нужен. Может, и сам Спаркбак тебе тоже надоел? Погоди-ка, Спаркбак, ты что, сейчас ревнуешь к пирозавру? Ревную, еще чего? Послушай, мы попали на чемпионат только благодаря пирозавру. Ты всегда будешь моим напарником, так что лучше поучись у него, а не устраивай сцен. Учиться у него? Или ты не умеешь? Ты только и делаешь, что ешь и жалуешься. Что ты сказал? Ты меня слышал? Ты только ешь и жалуешься. Ем и жалуюсь? Ах, вот как! Погоди, что это ты делаешь? А, нет! Похоже, я не только ем и жалуюсь. Спаркбак, извинись сейчас же. Я всю ночь над ним сидел. Какая жалость! Извинись! Ни за что! Ну все! Убирайся прочь из моей комнаты! Ну и ладно, ты мне только мешаешь. Я и сам собирался уходить. Последний шанс. Извинись немедленно, если хочешь, чтобы я вернулся. Дам тебе 3 секунды. 3, 2, 1. Ну и ладно, пока! Темный скричер-диск? Выглядит как диски, которые мы используем в битвах. Сейда предупреждал нас никогда не использовать темные скричер-диски. Да, он сказал, что если их использовать, случится что-то ужасное. Что ужасное? А ты что, не расслышал? Ужасное! Вы только посмотрите! На экране видно мое отражение! Я правильно понял? Нам надо быть осторожными, ведь так сказал Сейда. Сейда лучший. Неважно. С помощью моего удара богомола я уничтожу этот странный скричер-диск. Буду-ба! Это был мой компьютер, Алекс! Не расстраивайся, Ринго. Материальные ценности тлен. Надо кое-что тебе сказать. Я в плохом настроении. Говори быстрее. Это насчет скричеров. Мы хотели... А где Спаркбак? Они поссорились. Очень сильно. Он просто устроил истерику. Что ты будешь делать? У тебя и Ринго завтра матч. Не волнуйся, Ксандр. У меня есть пирозавр. Он гораздо надежнее этого Спаркбага. Ты же понимаешь, о чем я, дружище? Нельзя забывать о Спаркбаге. Ага. Я о нем не забывал. Спаркбаг уехал. Я не буду умолять его вернуться. Ну
Надоело вечно тащить за собой Ноа. Это я ему нужен. Он мне не нужен. Мне никто не нужен. Только вот интересно, он не забыл укрыться на ночь? Так и заболеть можно. Надо его проведать. Надеюсь, с ним все хорошо. Но мы больше не напарники. Мне не интересно, как у него дела. Как же есть хочется. Есть хочется! Это наверняка сон! Есть хочется! Спарк-баб, нет! Не трогай меня! Так это был просто сон. Интересно, где же Спарк-баб? У него все хорошо? Хорошо, что ты укрываешься. Спарк-баб, ты вернулся? Вернулся. Так ты скучал по мне, Ноа? Конечно же, я скучал. Какой же странный это был сон. Какой сон? Неважно, он уже закончился. Что тебе снилось? Расскажи мне. О, нет! Я так голоден, но... Что ты делаешь? Ты меня всего намочил! Наконец ты проснулся. Ты говорил во сне. Все повторял им из Спарк-баба. Правда? Иди поищи его. Я знаю, ты беспокоишься. Ха-ха. Ты же это не серьезно? Спарк-баб! Кто это? Я пошел спать. Ну, спокойной ночи. Очень нужно поесть. Кажется, тут мусорный бак. Дом, милый дом. Это же доктор Одис. Чуть не попался. Что это? Интересно, зачем он эту штуку выкинул? Десятый раз промахиваешься. Извини. Попробуем еще раз. Я должен справиться. Дикие! Но! С тобой все хорошо? Ему надо в больницу. Но ничего не ел со вчерашнего дня. Но тебе нужно что-нибудь съесть. Дайте ему сэндвич, сыра, хоть что-то. Живей! Найт Вижн говорит, что нужно 3 раза в день есть. Ну, просто волнуется о Спарк-бабе. Эй, это неправда. Я понимаю. Ты не можешь съесть ни крошки, потому что Спарк-баб совсем один. Признай же, но... Да, хватит прикидываться крутым. Найди Спарк-баба. Мне он вовсе не нужен. Эй, Спарк-баб! Я так рад, что ты вернулся. Пожалуйста, не сердись. Послушай, я был неправ. Я слишком далеко зашел. Мне очень стыдно. Ты уж прости меня, пожалуйста, дружище. Я голоден, страшно голоден. Да ладно, прости его уже. Он даже извинился. Ребята, это не Спарк-баб. Может, это и похоже на него, но уверен, это не Спарк-баб. Серьезно? Смотрите, там еще один Спарк-баб! Я голоден! Да, и еще один вон там! Я голоден! Где еда? У вас нет пиццы! Я бы хотел пиццы со сладкой и торт! Но, может быть, ты объяснишь? Думаешь, я знаю, что происходит? Но! Спарк-баб, это ты! Ну, откуда взялись все эти Спарк-баби? Что? Так они и правда Спарк-баби, а ты настоящий Спарк-баб? Ну, конечно же! Я утром проснулся и увидел много меня! Ладно,
А вчера не произошло ничего странного? Не знаю, странно ли это, но в меня попал какой-то лазер. Да, лазер это странно. Внизу мусорка. Лучше спустимся по лестнице. Это тот самый лазер. Что это за штука? Такая странная. Не прикасайтесь к этому. Доктор Одис? Ха-ха! Теперь я все понял. Так это вы, безобразники, устроили этот переполох. Немедленно объясни нам, что это! Послушай, странный мальчик, это мой копировальный аппарат. Копировальный? Какой аппарат? Так-то! Поймал! Отлично! Мы никогда в жизни не найдем все его копии! Я гениальный ученый. Моей целью было найти способ создать бесконечные копии скричер-дисков. И это устройство было почти идеальным. Идея неплохая. Однако, когда аппарат был уже готов, и я скопировал скричер-диски, я обнаружил, что у аппарата есть один серьезный недостаток. Недостаток? Да, поэтому я и решил от него избавиться. Копии собрали. Да, даже не знаю. Но не забывайте, у вас уже скоро матч. Ринго, извини, что ты так устал перед битвой. Только не смей мне поддаваться из-за чувства вины. Я жду от тебя отличного матча. Ха, конечно. Но я хочу участвовать в битве. Нет, тебе надо остаться здесь, чтобы следить за своими копиями. Мало ли что они удумают. Я на тебя рассчитываю. Они все сами исчезнут через 12 часов. Поэтому нам остается ждать всего час. Недостаток заключается в том, что все копии исчезают через 12 часов. Так что устройство абсолютно бесполезно. Приветствую, фанаты диких скричеров! Сейчас я объясню вам правила сегодняшней битвы. Слушайте внимательно. На арене можно обнаружить 10 скричер-дисков. Нашим гонщикам нужно будет собрать как можно больше дисков, чтобы победить. Нам нужно найти скричер-диски. Но где же они? Я их нигде не вижу. Диски спрятаны в горах, расположены на трассе. За ограниченное количество времени вы должны найти как можно больше дисков. Дикие скричеры! Дикие скричеры! Да! Дикие скричеры! Один диск есть. Ринго первым зарабатывает 20 очков. Кувырок, трансформация, тиранозавр. Отлично, так держать. Но получил 10 очков. Постойте, похоже, что тиранозавр нашел еще один скричер-диск. Не сдавайся, Тирегер! Обстановка накаляется. Ринго нашел еще 3 скричер-диска. Оно обнаружил уже целых 6. Счет 80-90. Разница совсем небольшая. Тиранозавр, мы победим! Не позволим ему выиграть, Тирегер!
кувырок, трансформация, Тирекер! Тирекер перехватил диск пирозавра. Это значит, что счет равен 90 на 90 очков. О, какой захватывающий матч. Похоже, за победу им придется побороться. Кто же сегодня выйдет победителем? Им придется сразиться за звание чемпиона и как можно быстрее. Осталось 3 минуты. Пришла пора использовать мой диск усиления. Дикие скричеры! Кувырок! Трансформация! Пирозавр! А? Ты сможешь, пирозавр! Разберись с Тирекером, ну же! Невероятное зрелище! Тирекер и пирозавр обмениваются ударами. Их сила даже наносит урон арене. Осталась одна минута! Держись, Тирекер! О, мне тоже придется использовать диск усиления. О, куда же он делся, а? Пирозавр, давай же! Мы с тобой сможем победить, я уверен! Не могу двигаться, мне нехорошо. Нет, Тирекер! Похоже, у нас есть победитель. Пирозавр одолел Тирекера и но победил. Да! Это что, мой диск усиления? Но почему он все еще у меня? Это очень странно. Стой, здесь что-то не так. Остановите его! Есть хочется! Где еда? Дайте мне. Спокойнее, ребята! У кого найдется для меня еда? Пирозавр, ну перестань! Нет! Что если он поймал потемневший скричер-диск, как нам говорил Сейда? Его не удастся остановить! Надо бежать, но! Дикие скричеры! Кувырок! Трансформация! Варбак! Это было потрясающе, Спаркбак! Конечно! Тебя ждет нечто небывалое! О, хотя для небывалого я слишком голоден! Он покидает арену! Не волнуйся, я справлюсь. Сейда? А ну, остановись! Спаркбак, спасибо, что выручил меня. Я рад, что все в порядке. Тьма набирает силы. Надо идти. Нужно найти последнее сражение света. Вот что он сказал перед тем, как уйти. Последнее сражение света? Не знаю, что это значит. Но думаю, что он не просто скричер-гонщик. Ну, это все очень странно, но копии Спаркбага исчезли. Проблема решена. Пирозавр тоже ведет себя нормально.
А, но признайте, было страшновато. А? Тренировка. 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 Волшебно. Все продвигается точно по плану. Чемпионат начинается. Я знал, что план не сработает, если полагаться только на силу Ронана. Однако, думаю, что все, что мне пригодится. Ну вот. Очнитесь! Скажите, вы все следили за последними матчами диких скричеров? А? Вам повезло! Сейчас я назову скричеров, которые прошли скричер-чемпионат! Ксандер, нас показали! Я вижу, Ринго! Пока что все эти гонщики второго класса! Но с этого момента все битвы будут состязанием гонщиков первого и второго класса! Это моя самая любимая часть чемпионата! Каждому гонщику предстоит сражение на пути к титулу величайшего скричер-гонщика в мире! Какая разница, какого они класса? Я всех одолею! Ксандер, это значит, что ты на шаг ближе к уровню Сейды. Вы станете равными. Не может быть. Сейда не просто первоклассный гонщик. Он непобедимый чемпион диких скритчеров. Ха-ха-ха-ха. Если честно, мне с ним не сравниться. Но не торопитесь загадывать. Я объявляю расписание предстоящих матчей. Ну что, давайте смотреть. Жду не дождусь. Самая первая битва, которая начнет скричер-чемпионат... Между кем? Между... Ну? На самом деле она... Ну уже! Это еще не было решено, так что отдыхайте, пока можете. Счастливо! Что? Ну, ты серьезно? У нас выходной, у нас выходной. Это отличный шанс хорошенько поесть. А то ты никогда так не делаешь. А? Ринго, ты знаешь все правила чемпионата? А разве они не такие, как на турнире? Нет. В матчах на турнире были разные правила, направленные на выяснение наших сильных и слабых сторон. Но в чемпионате правила не меняются от матча к матчу. Так что правила надо запомнить. О, это не проблема. Я скачал приложение, где диджей Скрич объясняет все правила. Так что это будет просто. Эй, Ксандер, Ринго, помогите мне с этими фотками, а? Это что такое? Новая прическа? Старая надоела? Я просто подумал, что пора бы кому-то сделать что-нибудь новое. Скричер-чемпионат будут показывать во всех уголках мира, включая родной город Ноа. Так что новое не помешает. Ха-ха-ха-ха! Да! Поэтому мне нужна новая прическа, чтобы все увидели, что я теперь крутой скричер-гонщик. Некоторые варианты слишком... Ха-ха! Ксандер! Ты ничего не понимаешь. Там, откуда я, такие прически можно встретить повсюду. Мода очень для нас важна. Может, мне тоже сделать прическу? По описанию там у тебя вроде интересно. Я заинтригован. А, да. У меня дома словно каждый день карнавал. Мы наряжаемся, веселимся и радуемся жизни, что бы ни случилось. Каждый день праздник? Вот это здорово! Я хочу туда! Хорошо, вы все приходите как-нибудь в гости. Вау, привет! Мульта! В моем городе все упорно тренируются день и ночь. Как только встает солнце, мы обливаемся ледяной водой, чтобы проснуться. И тренировки продолжаются. Сначала сотня отжиманий, затем еще сотня отжиманий на одной руке. Алекс, никто тебя не слушает. Следи за людьми. Но это не важно.
я все равно закончу мой рассказ. Ну что же, продолжай. Опять этот смех. Только вот не... Во имя ветра, во имя огня, во имя небес! Фанаты со всего мира мчатся ко мне! Что-то я в этом не совсем уверен. И вот я здесь, королева Роза! Что? Какие еще фанаты? Что тебе надо? Меня не провести! Я никогда не присоединюсь к розовому отряду! Ты мне не нужен! Сегодня я пришла за теми тремя гонщиками! Не может быть, как она сумела нас заметить! Им что, совсем заняться нечем? Да, это уже начинает надоедать. Нас засекли. Теперь придется выходить. Вам не надоело за нами ходить? Возвращайтесь ко мне, рыцари отряда! Да брось, мы здесь, чтобы украсть их скричер-диски и сбежать. Зря я это сказала. Бежим! Да! Стойте, рыцари отряда! Вперед, Night Vision! У этой девочки явно что-то не так с головой. Вот кому точно заняться нечем. Лучше уйти отсюда, пока она не вернулась. Отличная мысль, куда? Мы думаем об одном и том же, да, Ксандер? Угу. Дикие скричеры! Дикие скричеры! Ну, наконец-то кое-кто разобрался с броском. Теперь я могу ехать на полной скорости. Ринго тоже стал лучше. Мне не так страшно выезжать на трассу. Вижу, у вас, ребята, ни дня без тренировок. Ну да, у нас выходной. Но почему бы не потренироваться? Понимаете, о чем я? Да, надо же готовиться к следующему матчу. Точно! Да! Мы все невероятно любим диких скричеров. Мы будто скричер-отряд. Скричер-отряд? Мне нравится. Да, мне тоже. Скричер-отряд! А теперь новости! Диджей Скрич! Я готов объявить расписание скричер-чемпионата на завтра! В первой гонке примет участие новый гонщик! Первый участник будет... Ринго! Это я! И его противником будет... Снежинка! Снежинка – загадочная гонщица второго класса, которая еще не сражалась в чемпионате. Завтра будет ее первое выступление. Итак, дорогие фанаты, следите за матчами, и вы вскоре увидите меня, диджея Скрича! Снежинка... Вы слышали? Похоже, что она новичок такой же, как и мы. Он назвал ее загадочной? Что бы это значило? Это вообще не важно. Я выиграю. Ринго, чемпионат — это очень сложно. Тебе придется подумать над стратегией. Не забывай, место гонщика определяют по тому, сколько очков он наберет во время матчей. Верно. Если хочешь победить, надо набрать как можно больше очков в течение битвы. Да, но как мне заработать очки? Ох, Ринго! Об этом даже я знаю. Это зависит от скричер-дисков, которые гонщики зарабатывают во время матчей. Объясни-ка мне поподробнее. Серьезно? Например, скричер-диск первого уровня стоит 10 очков, скричер-диск второго уровня 20, ну и так далее. Количество очков зависит от уровня скричер-диска. Ты понял? Значит, нужно найти диск сотого уровня. И тогда я буду на коне, верно? Нет, дисков выше шестого уровня просто не бывает. Да, но ты понимаешь, о чем я, верно? Сейчас самое главное — разобраться в правилах. Да, надо победить! Я немного волнуюсь, но ты же скачал то приложение, да? Да, конечно, я пойду домой его учить. Эй, Ринго, постой! Так вот, с кем я завтра сражаюсь. Блэр, скажи, что ты думаешь об этой битве. Ты справишься, ведь наши с тобой силы равны. Кроме того, рядом с тобой будет величайший скричер, твой Эльфезер. Так что беспокоиться тебе не о чем. Приветствую вас, фанаты диких скричеров!
Все больше и больше гонщиков присоединяется к нам, и чемпионат становится все интереснее. Сегодняшняя битва вскоре начнется. Супер! И в левом углу у нас... Это что это с ним? Красные глаза сочетаются с его волосами. Так вот, гонщик, который, надеюсь, хоть немного поспал, это Ринго. А в правом углу его сегодняшний противник – загадочная снежинка. Как думаешь, она не забудет правила? Я даже не знаю. Он всю ночь за ними просидел, понимаешь ли? О, Ринго! Бедняга! Неудивительно, что он уставший. Он же вроде говорил, что скачал себе приложение. Да, и он сказал, что там будут все правила. Да, сказал. Там такое дело... Ну вот и все. Осталось только пройтись по правилам. Так? Но Ксандр уже спит. Надо было раньше его спросить. Да не волнуйтесь вы, у нас же есть приложение. Ну что, поехали. Официальное приложение «Дикие скричеры» диджея Скрича. Ха-ха, вот это другое дело. Всем привет. Для начала я хочу всех вас поблагодарить за то, что приобрели приложение. А теперь я буду рад представить вам Скричер-компьютер. Нет, мне правила нужны. Скричер-гонщики, вот что я вам скажу. Нет, правила. На самом деле, Скричер-компьютер не имеет никакого отношения к корпорации «Миллион». Знаете? Да что он все болтает? Давай к делу. Ну что ж, поговорим серьезно. Наконец-то он расскажет нам правила. Итак. Вы знали, что моя сестра выглядит совсем так же, как и я? Удивительно! Что? Оказалось, что приложение, которое скачал Ринго, было о диджее Скриче, а вовсе не о правилах. Зачем оно тогда? Так что он не выспался. Ксандер, а ты знал, что диджей Скрич перенял свою прическу от матери, и он любит кетчуп, но ненавидит помидоры? Какая разница, Ринго? А что же мне делать? Черная Блэр, кажется, он не знает правил. Это уловка. Никто не может быть настолько глуп. А теперь объясняю правила. Поскольку оба гонщика впервые принимают участие в скричер-чемпионате, я перечислю правила со всеми подробностями. Ха, обожаю подробности! Для начала давайте посмотрим на арену. В скричер-чемпионате главной целью являются скричер-диски. Чем выше уровень диска, тем больше очков за него полагается. И не бойтесь, вам не придется считать диски самим. За этим следит скричер-компьютер, он покажет нам счет гонщиков. А, значит, тот, кто наберет больше очков, победит. И еще кое-что. Гонщики могут использовать скричер-диски усиления только один раз за битву. Это означает, что с его помощью трансформироваться можно только однажды. Подумайте, когда эта возможность вам пригодится больше всего. Похоже, битва начинается. За кого же мне болеть? Посмотрим, как пойдет матч. О нет! Вы готовы? Дикие скричеры! Эльфезер. Дикие скричеры! Гонщики направили своих скричеров к одному диску, но Ти-Рекер успел первым! Отлично! Продолжай направляться к диску! Эльфезер, ускоряйся! А что происходит? Кувырок! Трансформация Эльфезер! Невероятно! Просто невероятно! Скричер снежинки Эльфезер поймала грозовой скричер-диск третьего уровня и заработала 30 очков! О, нет!
Ты сможешь, Ринго! А? Битва только началась! Дисков еще много! Да, верно! Тирекер — это наш шанс! Надо заполучить диски! Ясно! Эльфейзер использовал атаку удар молнии, что возможно только со скричер-диском третьего уровня! Тирекер, стреляй в нее лазером! А что, от этого мало толку? Целься ниже! Целиться ниже? Ясно! А, я ничего не вижу! Этот диск мой! Кувырок! Трансформация! Тирекер! Получилось! Грозовой диск четвертого уровня! Скажу вам честно, настроение у меня сейчас отличное! А теперь счет ведет Тирекер, который заработал себе 40 очков! Не советую тебе расслабляться! И не подумаю! Атака такая же, но имей в виду, что у меня диск более высокого уровня! Эльфейзер, хватай следующий диск. Ого, демонстрируя свои навыки и высокую скорость, Эльфейзер уклоняется от всех атак Тирекера и ловит скричер без второго уровня. Кувырок, трансформация, Эльфейзер! Тирекер, вперед, нам нужны еще диски. Понял. Тирекер получил еще 30 очков, но все еще не догнал Эльфейзер, которая поймала два скричер-диска подряд. Нет, это я должна там состязаться. Ринго даже не понимает, что сделает. Когда я попаду туда, я стану чемпионом. Битва невероятно захватывающая. Круто! Поверить не могу! 10 из 10 скричер-дисков уже собраны! Счет равный! У каждого по 100 очков! Одной скоростью нам никогда не одолеть Эльфейзер, так что пора нам дать отпор! Дикие скричеры! Кувырок, трансформация, скричер-диск усиления. Я справлюсь! Дикие скричеры! Кувырок, трансформация, Эльфейзер! Эльфейзер, покажи им, на что ты способна. Это же... Сила крылья! Тиранудар! О, нет! Уходи оттуда, Тирекер! Потрясающе! Атака Эльфейзер была такой сильной, что даже повредила саму арену. Все системы вышли из строя. Мой микрофон не работает. У нас осталось электричество. Мне жаль это говорить, но из соображений безопасности мы вынуждены прямо сейчас прекратить матч. Постой, погоди, скажи, кто победил? 100 на 100 очков, матч заканчивается ничьей. Значит, в особом ударе Эльфейзер? Нет! Поверить не могу! Используются черные силы. Так я и знал. А? 10 000 очков? У Сейды 10 000 очков? Он же чемпион! Но если мы сможем победить гонщика первого класса, получим дополнительные очки. Правда, пока что нам это не удается. Но Снежинка просто гонщик второго класса, как и мы. Знаешь, думаю, я бы ей проиграл. Но сражаться со Снежинкой было здорово. Я прямо чувствовал, как я становлюсь сильнее. Значит, мы все станем сильнее. Доктор Одис. Матч закончен. Вы восхитительно справились. Могу сказать, я вами горжусь. Я сражалась не в полную силу. Снежинку не остановить.
Почему вы велели сдерживаться? Наша задача не в том, чтобы победить этих мальчишек. Я хотел убедиться в их способностях. Мы подождем, пока проявится сила скричер-компьютера, а затем... Ха-х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 а